В общем, небольшой такой дисклеймер, то, что вас ждет в этом видосике. И сейчас мы начинаем. Куда пропали временные алмазы? Всем привет, всем салам, с вами я Декс. И в этом видосике покажу вам то, что вы по-любому ждете. Это очень много халявы, это еще новые скины. И также самый легендарный скин, которым будут все ходить. Перед этим просто максимально жмите на лайк. Постарайтесь набить очень много лайков на этом видосике. А обязательно комментируйте, потому что комменты я читаю. И, конечно же, смотрите видос до конца. Всем приятного просмотра, и мы начинаем. Но перед тем, как мы зайдем в эту топовую тему, расскажу про свою гильдию. 5 секунд, буквально. Если у вас хорошая статистика, к нам заходите. Ссылка будет в описании на мой ВК. Вот такой вот есть у нас скриншотик, который, возможно, вы видели на превьюшке. И что мы можем здесь заметить? Во-первых, что у нас может быть? Конечно, я не говорю 100% то, что у нас должно быть за временные алмазы, но хочу вам показать просто, как это выглядит. Во-первых, у нас здесь скины. Вот этот скин у нас, возможно, будет уже в вооруженном джекпотике. Дальше вот такой вот скин у нас, возможно, будет на День влюбленных. Скорее всего, так и будет. И вот такой вот скин тоже, скорее всего, будет на День влюбленных. Вообще, я думаю, то, что вот эти вот все скины, которые сейчас у вас показаны, да, и эмоции, это все будет у нас уже в феврале. Я вот почему-то в этом уверен, вообще жестко. Давайте мы посмотрим, что здесь есть. Смотрите, вот такой вот скин у нас на М14 у нас появляется. Дальше вот такой вот скин на пацана. И, скорее всего, вот я уверен, то, что это все будет у нас. Смотрите, тут у нас Валентин Дейс, да, у нас 14 февраля. И это так. Короче, видите, там заяц есть еще. Мы к нему еще вернемся. Сейчас хочу вам показать то, что многие ждут. Это новый магический куб. Как вы думаете, добавили нам такие скины? Вообще на зарубежке, то есть обновили скины, здесь показывают то, что вышло. И вот видите, у нас справа показано то, что хотят, возможно, добавить. То есть здесь очень много скинов, которые, ну, некоторые были у нас. Это один скин, я так бы сказал, да. Вот, и видите, тут у нас, получается, показано несколько скинов. Возможно, какие-то из них нам вернут опять на регион. Это вот, видите, самый топовый, это самурай. Он обалденный. Но вот этот вот, который справа, у нас он был, получается, в джекпотике. Я не думаю, что его добавят за магический куб. Но на зарубежке, как вы можете заметить, это есть. Вот. Идем дальше. Помните, я показывал вам М14 в начале видосика? Так вот, она здесь есть в виде оружейного джекпота. То есть это скин на парафал вообще-то. Это скин на парафал. Хотя похоже на М14, честно. Вот такой вот скин. Я думаю, то, что он должен быть у нас в феврале. 14 где-то такого числа. Дальше у нас что это? Естественно, это новая эволюция. Новая эволюция на Томпсона. Она будет в виде у нас огненного такого дракона. Также, естественно, будет здесь у нас лутбокс. И, конечно же, будет у нас пополнение в виде такой вот доски. Также здесь, в принципе, будет кинжал и стенка. Стенка, кстати, довольно-таки интересная, вы можете сейчас ее посмотреть. Вот такой вот дракончик, мне кажется, очень красиво выглядит. Дальше, что могут еще добавить у нас, это вот такой вот джекпотик. В этом джекпотике вы можете заметить то, что будут скины на девушку. Здесь, как вы можете заметить, вот такой вот первый скин был на девушку. Дальше будет еще один скин. Он, кстати, будет у нас в таком вот другом уже джекпотике, я так понимаю. И, по идее, тоже должны добавить уже очень скоро. Также, всем интересно, какой будет у нас следующий инкубатор. И хочу вам показать, то, что будет у нас инкубатор на ястреб. У нас он будет в такой же тематике, как сейчас у нас инкубатор. Как вы можете заметить, это, ну, в принципе, нормальный скин. Интересно по статистике что, потому что тут пока не написано. Но скины довольно-таки красивые. То есть они именно вот чисто по тематике, такой вот, которая сейчас у нас есть в инкубаторе. Прям один в один. Только скинов почему-то 3. Вот. И тоже там, видите, обменник можно сделать, типа, с одного чертежа на другой. Думаю, это вообще имба. По поводу того, что видели зайца, по-любому будет в феврале. Вот почему-то в этом уверен. Также там видели, была у нас водолазка. Была белая водолазка и черная. То есть их могут тоже вернуть. И, конечно же, новые эмоции, которые вы видели на день Святого Валентина, по-любому будут. Поэтому ждите это все у нас, всегда получается. И я думаю, вы все ее видели. Вот так она выглядит довольно-таки сильно, да? В общем, это еще не все.
покажу я вам попозже топовую тему. Давайте мы сейчас задумаемся, да? Потому что здесь, смотрите, я выбил 2 жетона уже буквально за несколько алмазов, да? Здесь у меня нету скина вот такого и нету еще одного скина, это вот такого, и еще одного скина вот такого. У меня их нету, поэтому нужно их будет залутать. Я так понимаю, что я уже здесь их забрал, да? Да, я здесь забрал, но я не забрал еще один скин, как минимум. Нужно его выбить. И как раз посмотрим, заберу ли я здесь эту двустволочку. Вот. В принципе, двустволка, это золотая пчела. Ну, у нее довольно-таки хорошая статистика. В принципе, это скорострельность и дальность. Это нормальная статистика. Поэтому, если что, можете выбивать. Как минимум, я потратил уже 1000 алмазов, где-то так. И я пока не могу залутать третий жетон, понимаете, в чем прикол? То есть, как бы, 2 жетона на изи. То есть, я буквально потратил, сколько, 79 плюс 79. Ну, это, в общем-то, 200 алмазов слил и залутал. Я хочу забрать скин, понимаете, в чем прикол? Мне, в принципе, золотая пчела не нужна, она у меня есть. А вот скина у меня нету, я не могу его залутать сейчас, прикиньте. Сколько бы не тратил алмазов, сколько еще нужно? Уже 10к у меня, ё-моё. Давайте пробуем еще хотя бы 500 алмазов сольем. Потому что нужно забрать, надо же скин. Офигеть, он вообще не падает, вы прикиньте. Он вообще не выпадает. Чё за жесть? Слушайте, как минимум 2000 алмазов я слил. Да ну, нет. 2000 алмазов как минимум я сюда слил. Я не залутал до сих пор ни этот камень и ни скин не залутал. Все, у меня уже алмазов нету, прикиньте. И ну сдаваться, блин, сейчас мой хз, этого, блин, это глупо. Я столько слил и что, не заберу, что ли? О, жетон. Но он мне нафиг не нужен, мне нужен скин. Мне нужен скин. Пожалуйста, ФФ. Мне нужен скин просто, мне ничего не надо здесь. Ё-моё. Ну смотрите, я уже 3 жетона залутал за 2000 алмазов. Поэтому если что, вот так вот примерно понимать, что 2000 алмазов я слил. Ну и блин, ну как это так? Вообще в никуда алмазы ушли, ё-моё. Ну давайте еще раз попробуем. Да что за фигня, вот как это так работает? Сколько мне алмазов нужно слить, чтобы, блин, забрать этот скин? Вообще не нужен тогда он мне нафиг. Просто в никуда слил алмаз. Ну ладно, я хотя бы вам показал, сколько стоит этот скин. Ну, у меня бы, да, как он стоил бы. Золотая пчела, в принципе. Но оно того сейчас не стоило. Зачем я впустую слил 3000 алмазов? И все, то есть, как бы, больше я ничего не сделал. За этот видосик я просто слил алмазы. Ну это обидно, конечно. Вы скажете, да у тебя так много алмазов. Ну ребята, ну блин, когда вы 3000 алмазов сливаете ради просто вот этого скина, в котором вы, скорее всего, просто не будете ходить. Я его хотел залутать для коллекции. Ну это обидно вообще, очень, это очень обидно. Кстати, у нас вообще жесть какой-то в гильдии. Чё? Какого фига у меня футболка такая теперь? Ладно. У нас, блин, смотрите, 2 места есть. Поэтому успевайте. Мы хотим зайти в топ, нам нужны самые активные игроки, которые вообще возможны. Мы сюда заходим на изи, в принципе, у нас уже топ 80, какой у нас? 85, по-моему, было. 85, да. Очень отлично, очень хорошо. Вот, хочется зайти, конечно, где-то в топ 60, где-то так идти. Хочется зайти, конечно. Поэтому, если вы очень хорошо играете, или вы активный, жесткий игрок, то заходите к нам. Ссылка будет на ВК в описании, пишите всем офикам. И у нас есть свитшот еще вопрос, это тоже такая странная, да, топовая гильдия, продолжение первой. Туда заходите все обязательно, всех будем ждать у нас, потому что очень хорошо.